Всем привет, меня зовут Виктор, это Mist Survival, и продолжим свое выживание в одиночестве в постапокалиптическом мире. Вчера, в общем, застолбил себе базу. Если вы не видели вчерашнюю серию, то я вам об этом сообщаю. То вчера я застолбил себе базу. Ничего нету тут, окей. Ты что, летать научился, что ли? Дурачок. Так, что у нас тут есть? Ни хрена. Так, это что, патроны? А, другого плана патроны. Так, соль пусть. Так, надо проверить это все. Плитка бесполезная, ибо из нее готовить нельзя. Ё-моё, сколько тут кока-колы. Так, где соль я видел? Здесь? Или здесь, вот здесь? Так, сюда соль, сюда это. А, тут пусть у нас будет кола, например, находиться. А вот это будет здесь находиться. Окей. Здесь у нас будет эта штука лежать. Здесь у нас будут тряпки лежать. Здесь у нас будут бутылки лежать. Так, а что, винтовка, винтовка. А, это револьверные. Так, револьверные патроны сюда. А это под винтовку. Так, ханджер. Ит. Здесь положим молоток. А вот у меня винтовка есть. Ну-ка, четверка. Добавим. Так, убрать. Погнали. Только куда погнали, да? А, я сегодня собирался побежать, поисследовать там этот. Здесь у нас тут лежит все. Ладно, пусть лежит. А, у нас что, темнеет, что ли, получается, да? Блин, сейчас бы это... Сколько? 17:25. В принципе, поспать бы, наверное, мне бы не помешало, да, там? А у меня кровати даже нету, надо кровать себе варганить. Крафтить. Ё-моё. Так, ладно, бежим тогда обратно. Надо посмотреть, что нужно для крафта кровати. Что потребуется для крафта кровати. Скрафтим кровать. И будем спать. Так. Так, это что? Это нет. Это sleeping. Походу надо на Б смотреть. Мебель. Вот. Так, надо 6, 8 и 6. Простую такую. 6, 8 и 6. Так, я куда это положил? 6. 1.
Так, мне нужна пила, получается. А пилу я оставил в этом, да? Где-то на какой-то из баз оставил пилу. Бля, что, я без кровати останусь сейчас, да? Охрененно. А, не, пила есть, смотри, есть пила. Чудненько. Так, 6. Что там по кроватям у нас? 6, а, 6, 6 и 8 досок надо. Либо 10 досок, вот такую сделать кровать. Wooden bed. Так, нет, нет, нет. Так, топорик, топорик, топорик. Дерево это со мной взаимодействовало и на меня не упало. Интересно. Так, теперь сюда. А, нет, это убрать. А это взять. Блять. Серьезно? Вокруг. А, что-то я, блин, не понимаю. А я что, не могу? А, вот. 45 минут в дом зайдем. Зайдем в дом. Так, тут. Где будет комната моя? Вот здесь. Два часа покрафтим. Холодать-то начинается. Все, получилось. Отлично. Так, теперь надо строить кровать. О, что, жрать хочешь, что ли? Серьезно? Ёб твою ж, пойдем жрать. Блять, там зомбаки уже шарятся. Так, а где я тут еду положил? Здесь. Сейчас пока иду найду. А вот. Еще съедай. А, я не могу больше жрать, да? У меня какие-то проблемы. Ёлки-палки. У меня проблемы. А, надо было эту захерачить витаминку, да? Ну, сейчас еще скажите, что я сейчас это, блядь, сдохну. Из-за того, что у меня витаминки нету. Так, сколько? 22. Давай поспим 8 часиков. Все, мы выспались. А что, еще темно? Блин, мне медикаменты надо искать, да? Что там у меня? Типа у меня проходит все или что-то не понимаю? Или наоборот не проходит ни хрена? Медикаментов-то у меня нету. Медикаментов у меня и как раз и нету. Вот сюда положим доски. Сюда эту положим. Ветки.
и вот это. Типа, зачем сюда молоток я беру? Биту? А, сейчас только 6 часов. Блин, я думал, до 8 буду спать, а сейчас только 6 часов. Там никого нету снаружи. А? Нету злыдней этих. Дом закроем, пойдем тогда лутать эту. Так надо, кстати, сейвгеймиться. Поищем военный какой-нибудь лут армейский. Винтовки. Не хочет здесь запрыгивать. Ничего нету. Ни хрена вроде, да? Так, тут ничего нету. Так, тут что такое лежит? Листичек. Ух ты. Опен. Отлично. Стеренки, еще перчатки. Так, так, пока мы тебя здесь поставим. Пока здесь поставим, потому что мы сейчас в тебя, если что, там сразу накидаем всего и оттартаем на базу. Канистра у меня с собой есть. Канистра с собой есть, это хорошо. Да блин, ну. Ты серьезно? Ты что, запрыгнуть не можешь тут на вот эту штуку? Как так-то, ёптыть? Додик, блин. Додик доходяга. А с этой стороны сможешь? И с этой не хочет залазить. И здесь не хочет залазить. Так, опять листик. Там ничего сверху нету интересного для меня. Возможно, потом машину надо будет подогнать, чтобы там посмотреть, что лежит наверху. О, колесо лежит, зашибись. Кто-то в грузовике оставил колесо. Спасибо тебе, добрый человек, за это. Так, я что, все, я излечился или нет? Не, терзает меня эта хренотень, типа говорит, закинься лекарством, или я закину тебя, да? А где я лекарство возьму? Нету тут лекарства, это надо идти там где-то искать его. Пока что я хочу оружие найти. Так, вот эту хрень тоже собрать надо. Жратва пригодится. О, уголь. Это. А. Так, ну-ка. Отлично.
Так, а где я ящик-то бросил? Что у нас тут? Ух ты! Рюкзак. Я вообще, я вон, экстрасенсорными способностями обладаю. Через прям эту увидел. Ну, вы видели, да, как я увидел? Короче, прям увидел через палатку это все увидел. Копье. Доски. Еще уголек. Пожрать. Ты еще контейнер. Отлично. Ох-ох-ох. Так, мы тогда... Так, это вот так. 9-миллиметровки. Так, что, я пить хочу уже? Так, еще контейнер. Я умею с контейнерами носиться. Так, теперь бежим сюда. Смотрим здесь. Еще контейнер. Да, ух ты ж, смотри к чё. Смотри к чё здесь. Охрененно. Так, ну-ка, подожди. Ставим 3 контейнера хотя бы в этом сарае. Сарайки поставить. Уже хоть что-то будет. Так, еще батарейка, еще канистра. Нормально. Ух ты, кар. А, это двигатель. Двигатель нашли, отлично. Еще уголек. А че я весь... Че у меня вся одежда в крови? Как будто я с кем-то дрался здесь. Так-то да, я тут так дрался. Точнее, даже не то, что дрался. А звездюливался. Это если мягко выразиться. А звездюливался. Так, это револьвер. Риф. Блин, вот эти штуки тоже можно, кстати, переместить, получается. Окей. Можно и их переместить. А надо ли? Надо ли мне их перемещать? Так, что здесь из... Все. Погнали. Таскать грузы к себе на базу.
Так, двигатель. Ух. Вода уходит, капец, как сильно. Надо пить идти. Где у нас тут сососоло? Дринканем. О, я походу исцелился. У меня этих нету красных. Красных этих нету. А, у меня же колесо еще, кстати, есть от машины. Я же еще и колесо тут лутанул одно. Так, и... Переливаем. Пусть там стоит канистра одна. Пенек, мы тебя потом срубим, ты тут не скучай. Сейчас у нас гораздо важнее дела. Нам нужно три армейских этих перетащить. Пока туман тут не начался. Здесь можно? О, можно здесь просочиться. Не обязательно мне там далеко так оббегать. Эй, ты чё? Ящик-то зачем теряешь? Эй, блядь. Алло, гараж. Блин, хорошо, что с ним бегать можно, с ящиком. А то, если бы его таскать надо было медленно, то это капец было бы жестко вообще. Так, что у меня тут, по идее, в воде? Жить буду. Полетели. Там какой-то гараж я видел. Сейчас вон туда вон сбегаем, посмотрим. Что там за гараж?
больше ни хрена нету. Сюда зайти нельзя в эту, что ли? Понятно. Да нехер тут делать. Стамина заканчивается. Вопрос только, куда податься? В какую сторону? Так, но мне надо найти... Так, а вообще, подожди, что у меня? Ух, так я... На фулах залутанный, куда я подамся, блин? Здесь у нас чё? Здесь у нас ничего. Так, пусть патрончики лежат. Это под револьвер. Я, конечно, их и там еще положил, эти патрончики. Так, здесь у нас винтовка. А, есть пестик, бита. Ой, точнее это. Это сюда. Что сюда еще положить можно? Хер его знает. О, антибиотики возьмем. Так, это 9-миллиметровые. Там где-то были 9-миллиметровые. По-моему, здесь, да? Так, что у нас тут было? Доски, ветки, листики. Пустота здесь. Так, питье, соль. Так, тут пустота, уголь. Будем уголь тут складывать. Здесь. Здесь будем батарейки складывать. Здесь стекляшки. Так, это патроны мы туда перенесем. Да я вот... А, это я в машину, что ли, положил запчасти? Или что? А, по-моему, да. В машину. Так, батарейка, это хрень. Так, вот это пусть это здесь тоже лежит. Это у нас туда уйдет, это... Перчатки сюда тогда уберем. Так, сохраниться и полетели. Полетели, поищем
базоньку. Где я там чудил? Где я оставлял эти свои налутанные? Бля, надо было... Ах, ух. У меня же там патроны лежат, 9-миллиметровые под эту хрень. Отлично, убежал с базы и вспомнил. Что, оказывается, патроны там лежат. Так, ножик пригодится. Еще тут еще есть. Шкаф. Спички, да, пригодятся. Все, бежим дальше. Так, это, по-моему, дом бандосов. Да, вон они ходят. Эти. Нехорошие. Блин, а это они случайно не мой дом там оккупировали-то? Эти бандосы. А, не, у меня же дом был за заправкой, да? Один дом был за заправкой у меня где-то. Другой дом хер его знает где. А это отель. Это ни хера не заправка, это отель. В принципе, я думаю, целенаправленно мне искать эти дома не стоит. Найду потом и найду, и хорошо, да. И так полно, полно чего исследовать. Потому что туда я, что я там, пилу положил, еще там что-то. Мне бы машину, конечно, с колесами найти. Еще два колеса надо. Аккум есть, свечка есть, бензинчику заправил. Пару колесик надо, колесиков надо. Так, мне главное тут этого не найти. Блять! Вот этого, да. Вот этого. А, ё-моё! Точно. Главное, вот этого бы не найти. Отлично, нашли. Грузим, ёптать. Блин, а там мне сейчас бежать от дома самого получается, да? Только он обитает, он тут обитает. Он тут обитает, прям капец. Гад. А, я возле бандосов сохранился здесь. Получается. Сейчас бандосов, наверное, тут быть не должно. Да, а, не, ходят, смотри, все равно ходят. Ходят бандосы, ходят. Ходят бандосы, ходят. Может, медведь хотя бы исчезнет тогда? А то как-то прям и бандиты, и медведь. Не, ну можно, в принципе, его с винтовки ушатать. Там мясцо будет, шкура. Ну, наверное. А, вон, да, Мишка, или нет? Я что-то не хочу, я просто на медведя это тратить. Винтов, патроны. Один сорок шесть. Надо запомнить. И это-то я знаю, к чему пароль. Все-таки я же говорю, что я тут до этого играл. Ой, блин. Ладно, ты милитари тут стой, шкаф.
Вон медведь. Сука. Ходит Мишка. Косолапый. Ну чё ты, ну запрыгни, ёпа, красота. Всё, не знаю, а я его смогу одолеть с этой винтовки или нет. Может, пока бензин сливаю, свалит отсюда. Или не стоит на это надеяться. Ой, блядь. Что там хрюкает, сука? О, это что, тачка ездовая, что ли? Блин, я бы на такой погонял. Погонял бы, погонял. Сигаретка. Блин. Что там за беспорядок-то такой? Пестик, патрики, лекарства. Я сейчас уже опять залутаюсь. Так, берем тогда медикаменты. Медикаменты берем. Так, это не открывается, этот не открывается. Вот еще открывается. Да ё-моё. Взлетел в небеса. Ничего, батарейки-то нельзя состакать. А с другой стороны, зачем мне столько батареек? Так, 9-миллиметровые, отлично. Молоток. Стройматериалы. Чумазики. Блин, тут же это прикольная какая-то это. Так, чё, пожрать? Не пора ли мне пожрать? Да нет, особо не пора-то пожрать. Чё тогда выкинуть можно? Конечно же, вот это выкинем, да? Вот, а вот это вот возьмем. Боурзе. Босс возьмем. Так, ну как вариант мы тогда сейчас... Там же я контейнер нашел военный. Сейчас мы в военный контейнер это все переложим. А потом опять с контейнером
Побежим. Ну а что делать? Приходится как-то думать, что делать. Так, не, по факту надо переложить то, что не стакается. Это вот еда. Вот это можно оставить. И топор. Все. Ой, блин. Сильно упал, круто. Так, я вот думаю, с винтовки их с ними разобраться или нет. Не получится с ними разобраться, что они жестко как-то реагируют на это все. Сейчас, в принципе, они могут исчезнуть после перезагрузки. Может медведь появиться. Не исчезли. А, не, исчезли. Сгорели, ядрен матрен. Блин, да, тут вот этот баг, кстати, я и забыл про это совсем, что... Когда вот так вот сохраняешься, потом можешь просто в этом оказаться. Надо не забывать. Проваливаешься потом, блин, под низ. Короче, кровати исчезли все. Прикольно вообще. Так, окей, еще у нас с той стороны же есть, по-моему. Квартирки. Так, уголек, дрова. Ну уж доски, дрова я уж брать не буду. Это уж я, бля, и сам наготовлю. Брать, блин, доски. Живу, блин, среди леса и доски еще таскать. Да нахер надо. Место только занимать. О, вот это пригодится штука, скорее всего. Что у нас? Бутылки. Прикольно, эти исчезли. Так, что надо? Отвертку надо, да? Мачете лежит, еще какая-то херня. Короче, надо отвертку. А отвертку я, по-моему, смастерить могу даже. Или я даже где-то здесь находил отвертку. Блять, а чё к чему здесь дров-то столько? Так, ну все. Отвертка нужна. Да, вон еще в тот надо этот универсам заглянуть. Так, давай-ка сохранимся здесь. А то вдруг опять там друг медведь. Так, колес тут не видать. Здесь, о, колесо. Отлично. Так, стеклобутылка. Так, workbench. Что-то тут крафтить можно, конечно. Хер его, не помню, чё.
пилы. Так, жрать хочу я, нет. Мне еще и не голодный ни хрена. Ладно, пусть это здесь остается, ну, лежит. Если что, мы потом сюда еще заглянем, наведаемся в гости. А мне надо ящичек оттащить. Забитый. По самое не хочу. Здесь я в правильную сторону бегу, а то я что-то я вообще не запоминаю. Ну да, вроде тут, да, вон бандитов лагерь. А мне вот сюда. Я неподалеку с бандитами расположился. Ходят такие, не видят меня, ну и ладно. Я потом вас приду. Найду. Все, я собрал тачку. Ни хренашечки себешечки. Я машинку собрал. Так, сейчас надо прокатиться, хотя будет на ней посмотреть. Так, только для начала мы. Так, а я ж куда-то ж. Так, вот здесь у нас жратва. Здесь батарейки. Стекло. Здесь.
Так, еду, наверное, вот сюда всю посложим, чтобы понимать, где у нас потом еда-то, еда-то. Так, это что такое? Блять, это уже некуда складывать. Это в гараже надо положить. Так, батарейка. Ну, батарейки, у меня там под батарейку шкаф есть. Окей. Так, еда тоже туда. Гранаты тоже в одно место. А вот это у меня там есть. И вот это, по-моему, там есть. Плюс инструменты, да, там есть. Окей. Так, гранаты все. Гранаты. Где гранаты? Здесь гранаты. Отлично. Так, это. Ну, это, по-моему, тоже вот еда. Но она туда уже не вмещается. Так, здесь патрики будут, здесь херня всякая. Здесь это останется. Здесь. А здесь ничего нету. Чё сюда положим? Так, ножик запасной положим. Сигаретку давай закинем. А. Скотч. Вот это. И вот это. Ну и спички. Знаете, как я это все потом буду находить? Вот так вот и буду потом искать. Реально, вот так вот буду потом по всем этим кликать и искать. Более-менее разложили. Ну чё, попробуем на машинке прокатиться. Чё, я её зря собирал? Да, блядь, дай выйти. Собирал, что ли, я её зря? Чё мы тут вообще у нас? Осталось куча всякого барахла. Ё-моё, все, я убил машину. Блять. Первого лица. И не переключить. Понятно. Отлично. Так, ну что, тогда на сегодня закончим. Машинку наконец-то я собрал. Домик маленько укомплектовали. Понаходили там ящичков. Вот, а приключения продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.